3 декабря по всей России юристы отмечают профессиональный праздник. Юридическое сообщество Чувашии собралось на торжественное собрание в здании прокуратуры. По видеоконференц-связи на нем могли присутствовать правоведы со всей республики. День юриста объединяет адвокатов, нотариусов, судей, работников ЗАГСов, сотрудников правоохранительных органов и всех, кто имеет отношение к праву и закону. Отмечать профессиональный праздник начали 155 лет назад, когда была принята судебная реформа 1864 года. В отечественный календарь дата вернулась в 2008 году. Наша задача, чтобы юридическое сообщество тесно участвовало при решении насущных вопросов и в будние дни, сообща, оперативно решало задачи, проблемы наших граждан во благо повышения их социального благополучия. Быть юристом не только почетно, но и огромная ответственность. Мы отвечаем не только за результаты своего труда, но и за судьбы многих людей. Люди нуждаются в бесплатной юридической помощи для решения тех или иных правовых вопросов, подчеркнул глава Чувашии. Я благодарен всем тем юристам, которые выезжают вместе с нами на единый информационный день, который мы ежемесячно проводим. Потом прием на местах проводим. Это тоже очень важно. Ведь мы не выбираем, где лучше, где хуже, где приятные вопросы будут задавать, где неприятные вопросы нам будут задавать. Мы на системной основе эту работу проводили и будем проводить с одной единственной целью, чтобы иметь достаточно обратную связь, чтобы потом реагировать на эти вопросы. На защите прав и интересов во всех сферах жизни общества находятся сотрудники прокуратуры. С этого года попасть на прием в республиканское ведомство стало проще. Люди могут обращаться за консультацией к прокурору Чувашии дистанционно с любого районного отдела. Это очень удобно, а самое главное, более оперативно и соответствует современным реалиям жизни. Всего за истекший период 2019 года нами разрешено около 17 тысяч обращений граждан, из которых более 3 тысяч обращений, 3049 конкретно, удовлетворены. Лучшие в своей профессии юристы получили сегодня заслуженные награды. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.